Якщо дозволиш, будемо починати наш ефір, присвячений першим крокам держави на шляху до виходу з карантинного періоду. І за одним столом ми зібрали таких гостей. Депутатка Одеської міської ради Лілія Леонідова, професор, доктор медичних наук, секретар Національної ради охорони здоров'я Світлана Галич, психолог Катерина Філіпова і чекаємо на адвоката Наталя Мироненко, до нас має долучитися. Я рада вітати вас, бачити, доброго вечора. Так, здравствуйте. Відкриваємо лінії для голосування і ставимо вам таке запитання. Чи будете ви від сьогодні дотримуватися правил карантину? І пропонуємо два варіанти відповіді. Перший – так, я продовжую берегтися, берегти себе, своє здоров'я і піклуватися про своїх рідних. Або другий – вже ні, адже маска остогидла. Такі варіанти відповіді пропонуємо. Будь ласка, голосуйте. Долучатися до розмови можна і телефоном 726-3326. Ми очікуємо на ваші дзвіночки. Можна додзвонитися до нас у прямий ефір, висловитися з приводу теми ефіру, сказати, можливо, якийсь свій досвід. Тож чекаємо на ваші дзвіночки. Якщо хочете залишатися анонімом, то пишіть, будь ласка, у Viber. Також повідомлення обов'язково всі прочитаю. Отже, сьогоднішнього дня офіційно розпочався перший етап послаблення проти епідемічного режиму. І виходить так, що з початку карантину минуло рівно 2 місяці. З 12 березня мали карантин початок. Я хочу запропонувати підбити своєрідний підсумок цього етапу, який вже завершився, можна констатувати. Чи був він найважчим, чи все найважче ще попереду? Давайте, Лілія, з вас почнемо, будь ласка. Ну, він однозначно був непростим. И я думаю, что выход из него будет тоже не очень простым, особенно для бизнеса и экономики. Я анализировала постоянно все это время, как люди относились к карантину. Да, первый этап, мы помним, практически все восприняли серьезно, находились в большей степени в самоизоляции. Потом вот это непонятное неверие во все, что происходит. Лілія, возможно, прибити, давайте долучимо нашу спікеру, будь ласка, долучайтеся, займайте своє місце. Адвокат Наталя Мироненко до нас долучається, вітаємо. Так. Отже, спочатку люди дотримувалися, а потім, можливо, втомилися. І не просто устали, ведь на самом деле, що люди увидели? Знаете, такое, двойные стандарты, знаете, избирательность во всем. И в ведении бизнеса, и в соблюдении карантинов, и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что был тяжелый для многих период карантина. Я думаю, что мы еще не вышли из карантина, и выход тоже будет непростым. Угу. Светлана, будь ласка, ваша. Звичайно, тієї мети, яку мав цей карантин, він досяг. Тобто ми не бачили весь цей час переповнених, ну, зокрема, в нашому регіоні переповнених лікарень. І в людей склалось таке враження взагалі, що, можливо, це й не треба було, так? Тобто це ще один такий психологічний момент, окрім того, який шановна пані Лілія називала. Але, однак, ми все ж таки медики, ми розуміємо, що таке епідемія. І тому ми дуже вивірені в своїх прогнозах. Ми дійсно зараз, як і перед 1 травня, як і перед 9 травня, як і перед Великоднем, ми боїмося цього масового припинення карантину. Ну, я б це так зрівняла, знаєте, як коли автівка їде з гори, і ще трошки там, ну, скользко, слизько, і треба так трішечки на тормозах спускатися, гальмувати тихенько, так, щоб не спуститися. Тому що ви бачите, що зараз там в деяких країнах, де вже почали пропускати карантин, бачимо, що є збільшення. Ми очікуємо також збільшення. Питання лише в одному. Які це будуть випадки? Легкі, які люди будуть вдома переносити. І це добре. Тому що коли ми перехворіємо, ми вже потім будемо мати імунітет колективний. Якщо буде більше 10% перехворівших, то вже буде легше нам, як країні, чи в нас будуть важкі пацієнти, які будуть все ж таки перенавантажувати наші лікарні. Ну, скажімо так, до другого готувалися, то будемо дивитись. Але все ж таки я б людина, яка дуже,
вивірено відносилась до карантину. Тобто я виконувала всі, але без фанатизму. Я не робила з цього проблеми, тому що я відслідковувала, розуміла, що відбувається. Я розуміла, де психологічні фактори карантину, а де дійсно епідеміологічні. І все ж таки мені зараз трішечки лячно, щоб не було дуже відката великого, щоб потім не прийшлося державі вмикати дуже жорсткий карантин. Хоча може піти по іншому сценарію. Тобто ніхто не може прогнозувати, як це буде. Ось про що зараз мова. Але виходить так, що без психології не обійтися. Дуже ніяк, багато психологічних ніяк. Факторів, моментів, їх мають враховувати і діяти на випередження, скажімо так, будь ласка. З точки зрення психології в самом деле було сложно. Ми це піднімали, навіть у нас були всемірні зустрічі з позитивними психотерапевтами. І ми об этом говорили. Очень сложно людям знаходитися в закрытом пространстве, особенно если люди находятся рядом с членами семьи, у которых есть особенности развития. Вот. Это сложно. Все спецучреждения закрыли, и дети с особенностями развития, и взрослые, которые находятся в социальных интернатах, они вернулись в квартиры, в малогабаритные квартиры. Мы, психологи, создавали специальные группы онлайн, где эти родственники, нормотипичные, здоровые, могут вообще поделиться своей болью, поделиться своими проблемами и оказывали психологическую поддержку. Ну, сложно, конечно, вообще, в зависимости от того, какая природа у человека, да, все знают, что есть интроверты, есть экстраверты, об этом пишут, да, и одно дело, что человек сидел, работал за компьютером, и для него особо ничего не изменилось, а другое дело, человек, который привык общаться в социуме, общаться с большим количеством людей, это, в самом деле, было испытание, и за первым непониманием появились затем вспышки агрессии, злости, и мы наблюдали такие конфлікти психологічного плану, ну, які рішали по мірі можливості. Так, була інформація, що і, на жаль, збільшувалося домашнє насилля в цей да. період. Дуже велика статистика. Ви знаєте, я особливо хочу обратити внимание, що мужчинам дуже тяжело. Они привыкли все-таки нести ответственность за семью, они все-таки привыкли больше находиться на работе. Для них это особое испытание, когда они находятся в квартире с семьей, если еще есть маленькие дети. И очень многие мне именно жены звонили, говоря о том, что муж в депрессии, многие в запой ушли. Ну, это наш менталитет славянский, и это, конечно, проблема. И вот теперь даже интересно, на самом деле, после того, как делают послабление, понемножку, вот как этих людей вытягивать, потому что очень многие просто уже раздавлены, раскачались. И стыгли там. До такого звыкнутый способ уже? Конечно, уже привыкли, потихоньку человек адаптируется ко всему. Нам надо от недели до трех недель, чтобы адаптироваться к какой-то ситуации, ну, в норме. Вот. И люди поняли, что не так уж много им нужно, и не так много нужно продуктов питания, не особо. Вроде бы удобненько, сидим, тарелочка супа всегда есть. И сейчас, конечно, я не экономист и не государственный деятель, но, видимо, в экономике страны тоже, вот для экономики страны это будет интересная задача, которую надо будет решать, что люди просто не будут уже хотеть так работать. Наталя, будь ласка, вам слово, ваші спостережки. Да, я, присоединилась к эфиру, не знаю, о чем вы говорили ранее. Могу сказать, я принесла с собой чуть-чуть макулатуру, это судебная практика по Одессе, по Одесской области. Наверное, будет интересно, есть статистика, как была заболеваемость в Одесской области, как она росла, и как привлекали людей к ответственности за нарушение мер. Да, вот есть практика по Одесской области, она сложилась неоднозначно. Есть судьи, которые привлекали к ответственности, действительно штрафовали 18 тысяч гривен. И это касалось в основном сферы бизнеса, это те же парикмахерские, как мы знаем, да, парикмахерские, они работали, несмотря ни на что, потому как люди, которые даже здесь в студии появлялись, они не приходили к вам заросшие, вы понимали, что они где-то пользуются какими-то услугами, да? Вот. И исходя из этого, привлекали действительно к ответственности, есть штрафные санкции, необжалованные, то есть люди пострадали. Вот. Есть также достаточно лояльное отношение к тем людям, которые нарушали не по своей воле, которые не имели другого выхода, как идти и зарабатывать. Это примеры, которые я хотела бы привести. Это Одесса, это
магазины, маленькие магазинчики, где женщина вышла на работу, подменив свою маму на один день, и продала другой женщине, которая зашла в этот магазин, бутылочку белизны, да, белизны, ну, для дезинфекции, да, то есть флор, самое, да, дешевое, да, самое дешевое средство для дезинфекции. И вот за это ее сотрудники полиции составили протокол на том, что она осуществляет хозяйственную деятельность во время, когда нельзя было осуществлять ее. Вот. Судьи лояльно относятся к таким ситуациям, протокол пришел в суд, и в суде женщину освободили от ответственности в связи с тем, что это нарушение является малозначительным. Ну, в силу того, что действительно во время карантина женщина оказалась в состоянии, когда она была безработной, она пояснила суду, что да, действительно раскаивается, она осуществила продажу, однако осуществила в благих целях, когда к ней обратилась женщина, постучала и говорит, вот мне нужно продезинфицировать свое помещение, да, и я хочу купить. Вот. Ну и женщина продала. Есть также судьи, которые вносят аналогичное тоже решение, когда закрывают дела о административной ответственности, не привлекая к ответственности, не накладывая штрафные санкции, когда люди, опять же, вынужденно нарушают условия карантина, когда проживает одинокая женщина, да, которая вынуждена была выйти на улицу тогда, когда с ней никто не прописан, она прилетела из-за границы, вот, и нарушила 14-дневный срок самоизоляции. То есть она вынуждена была выйти в магазин для того, чтобы купить себе продукты. Ее также привлекли, ну, составили протокол об административном правонарушении, а суд лояльно отнесся к ее пояснениям, выяснил действительно, что эта женщина не имела другой возможности, как самостоятельно выйти на улицу, да, для того, чтобы себя прокормить и не умереть с голода. Ну, так, що, да, люди не оштрафовані, але це ж, я думаю, яка психологічне навантаження все ж таки, так, доводити судові свою невинуватість. Да. А також от є інтересний случай, Приморський суд, суддя Попревич, він виніс рішення о том, що мужчина якобы осуществлял деятельность по ремонту ремонту обуви, майстерня, да? Но сотрудники патрульной полиции в силу своей неграмотности, в силу своего какого-то, может быть, отсутствия профессионализма составили протокол таким образом, что написали, что мужчина не зачинив двери майстерні. И вони вважали, що це є адміністративне правопорушення. Тобто не зачинив двері, ну, це не є порушенням. Таке формулювання протоколу. І суддя, прочитав протокол, говорить, ну, а где здесь нарушение? Нарушения нет. Да, фактически, если бы составлен был протокол иначе, возможно, мужчину бы привлекли к ответственности за то, что он осуществлял хозяйственную деятельность по ремонту обуви. Ну, виходить вот так, що тут з одного боку вбачається вибірковість, так, в цьому, а в іншому, ну, там, освіченість, грамотність правоохоронців, ну, це вже інше питання. Так. Давайте по... То есть у нас ще... двухсторонні, то есть ага. Судді, в принципі, вот, ну, аналізуючи практику, судді достатньо лояльно відносились к каждой конкретной ситуации. В некоторых ситуациях они привлекали к ответственности, да, за деятельность тех же салонов красоты. Но тогда, когда вот у людей не было другого выхода, они все-таки прислушувались к доводам и не привлекали к ответственности, не штрафовали. Так, будь ласка, Лілія, попрошу, ну, вас. Да, на самом деле, вы знаете, я услышала, я не видела это первый раз, спасибо большое за такую информационную подборку. Действительно, это важно, но давайте мы говорим о среднем и малом бизнесе, опять же, тех людях, которые пытались выжить за эти два месяца. Потому что, ну вот, я точно общалась, ну, с огромным количеством людей, когда они говорили, что вот мы живем от зарплаты до зарплаты, особенно это одинокие матери, которые с детьми, и скажите, что нам делать? Нас выселяют из жилья, я там селила их в центры для пребывания женщин, очутившихся в сложных ситуациях. Здесь речи не идет ни о одном штрафе крупному бизнесу. Ну, я точно так же, как и все мы, посещали крупные торговые там магазины, где не соблюдался карантин, там в 90%, где я была, не было никакого соблюдения вот норм, дистанции там и так далее и тому подобное. Да, меня очень радует, что там сейчас мы все привыкли, что нужно обрабатывать руки при входе, это очень здорово, вот я научила ребенка, и уже вижу, она глазами ищет постоянно, это хорошие привычки, которые мы выработали, и надеюсь, что они с нами сохранятся. Но, тем не менее, мы видим, что, опять же, избирательность. Я очень рада, что судьи все-таки лояльны. Это первый опыт. И мы должны понимать, что наше законодательство не
идеально, и все, вот, вот все происходило, как у нас всегда, в ручном режиме. Быстро-быстро нужно что-то сообразить. И ну, здесь необходимо, я думаю, что очень многие будут обжаловать, если в случае, если я знаю, что позитивная да, правоохранительные органы порой вели себя не так лояльно. Я тоже сталкивалась с этим в своей деятельности за эти 2 месяца. Но, тем не менее, здесь необходимо тоже смотреть и на законодательство, и на то, каким образом это применялось, и, собственно, кому это применялось. Потому что я сегодня прочитала, что МОН сказал ну, на вопрос журналистов, собственно, почему были закрыты парки, пляжи, ну, прибрежная зона и так далее. МОН сказал, что это более больше психологическая да. была такая... Отличный эффект для того, чтобы все-таки люди сохраняли. МОН, МОС сказал. МОС, да. Ну, на нас это не сильно повлияло. В Одессе как да. ходили в парки, так и ходят. Ну, вы знаете, здесь можно о государственности в данном разрезе можно говорить многое. То есть, если проанализировать все действия, то, опять же, они были не выверены і до сих пор остаються. Я можу дещо пояснити, чому це так. В мене склалось таке враження, я досліджувала це запитання, тому що і маски, якщо вже так йти, то це теж міра психологічного впливу, а ніяким чином не захист. Тобто захист, Всесвітня організація охорони здоров'я, ми багато і тут говорили про те, каже про те, що маски треба вдягати на хворих людей, а не на здорових. Але нібито сказали, що ну, ми не знаємо, хто тут хворий, хто здоровий, тож нехай всі ходять. Так? І дійсно, наш очільник санітарно-епідеміологічної служби, він же заступник міністра охорони здоров'я, він сказав, ну, як тепер кажуть, що він заобмовився, але ж він сказав про те, що ми спілкувалися з іншими країнами і робили, як в них. Тобто ми бачимо, що просто злямзили те, що відбулося в Європі. А там що відбувся? Там відбувся шок. Тобто вони спочатку не вводили, що робила Італія, Іспанія, інші країни. Вони спочатку не вводили жодного карантину. Тобто такого карантину, який потрібен був, коли масові заходи закривали, там якісь великі кількості людей, цього не було. Вони довго це ігнорували, вони ходили на футбольні матчі, як це було в Італії, або на мітинги, як це було в Іспанії. Вони скупичували з великою кількістю людей, вони отримували навантаження на систему охорони здоров'я, а тоді їм було треба продемонструвати, що вони щось роблять. А як краще продемонструвати? Всіх закрити і на всіх надіти маски і нікуди не пускати. Мені весь цей час було незрозуміло, наприклад, чому в такому французькому місті, як Аркашон, наприклад, де завжди вже 3 століття курорт, кліматичний санаторні умови, де лікують людей з захворювань дихальних шляхів, захворювань верхніх, нижніх. Тобто це для тих людей, які можуть захворіти коронавірусом, ну дуже така профілактика гарна, точно так же, як і в нас. Чому там море закрили? Чому мають люди перебувати в умовах, де урбанізовані умови? Да? Тобто ми біля домівок своїх мали ходити скільки там 20 метрів. А чому ми не мали ходити до моря? А море – це є такий фактор саногенезу, який і наш імунітет підтримує. Тобто це було незрозуміло. І тепер з коментарів заступника міністра ми зрозуміли, що це були засоби психологічного впливу, і вони були погоджені різними країнами. Тобто, ну, я зателефонувала в сусідню область такому ж фахівцю, як я, ми домовились, і ми це зробили. Це дуже... так не дуже добре із психологічної вийшло точки зору, тому що фахівці то розуміли і не розуміли, чому це таке відбувається. І пішли розмови про те, що, можливо, від нас щось скривають. Да, можливо, є ще, що ми не знаємо. Да, страх, да. І в людей з'явилось дійсно отакий немотивований страх, тому що було незрозуміло багато чого. Але ж дійсно, це така епідемія вперше. І взагалі ми бачимо, що, знаєте, як в мене відчуття таке, І ці люди нас критикують, так? Ну, тобто система охорони здоров'я в багатьох країнах, так званих цивілізованих, вони не продемонстрували той взірець епідеміологічної поведінки. Ну, хіба що там, можливо, Германія, там декілька країн дійсно таких були, які вивірено це все робили. Всі інші впадали в паніку і застосовували, в тому числі, заходи психологічного впливу. Давайте психолога попросимо. Да, приходили навіть пожилі люди, які сприймають
очень доверчивы, как дети, вообще все, что они слышат с экранов телевидения, и спрашивали меня, а можно открыть форточку вообще в квартире? То есть сидели в закрытых помещениях, с закрытыми окнами, и ну, у них своя реальность. То есть ну, настолько нагнетали ситуацию, настолько нагнетали обстановку, что казалось, что прям форточку ты откроешь, он к тебе залетит, этот вирус. И... Чернобыль пережили люди. Да, Чернобыль люди пережили, да, Чернобыль. И холеру в 72-м году тоже пережили. Вот, но в самом деле это психологически сложно, и у кого-то страх вызывает, а у кого-то раздражение и злость. В любом случае это конфликт, в любом случае. І все ж таки, мені здається, ми зараз от маємо сконцентруватись на тому, щоб не впадати в іншу крайність зараз, так? Угу. Я думаю, що це зараз дуже важливо. Ви маєте на увазі на послаблення? Не просто послаблення, у нас же не послаблення відбулося. Нас, нас поетапний вихід. Сказали про послаблення, але дивіться, так, якщо наші люди роблять, вони... Зовсім відмінили фразу. Ні, ну в масках ходять, я їм... Ну маски, але якраз це захід психологічного впливу. Да. Ви знаєте, я сьогодні спеціально, от знаю, що перший день виход із карантину, вроді як вихідний день, і я сіла на машину і поїхала. От реально поїхала посмотреть, що відбувається на ринках, что происходит в том же эпицентре, о котором мы говорим уже два месяца. Открылся 7-й километр, я даже туда заехала. И хочу сказать, что 90, ну не буду, наверное, нет, но 50% точно людей без масок. Вообще без масок. Мы идем с семьей полностью в масках, муж говорит, а что происходит? Масочный режим-то не отменили? Я говорю, люди вот так отреагировали. Справа в том, что эта обманка, бутафория, маска, она же имеет інший психологический вплив. Якщо вже ми про психологію, люди мають таку ілюзорну впевненість, що вони захищені в маскі. Неважно, вона тут на підборідді, чи він з тою маскою ходить, чи він з тією маскою ходить весь місяць останній. Але і люди не тримають дистанцію, що важливіше, ніж маски. І оце, або ті самі рукавички. Тобто, ну люди, ви ж все рівно рукавичками тими все рівно ж до всього доторкуєтесь. Повинні рукавичок, я прошу прощення. Я би сказала, що я до сих пор не понимаю их необходимость. Почему? Потому что если вирус, ну, я не знаю, как он передается, но если он передается через поверхность, ты притронешься через рукавычки, да, то есть ты притронешься либо своими голыми руками, либо ты перчатками, и таким же образом ты можешь этими же перчатками потрогать себя, либо наверное. Одежду, ну, либо еще что-то. Я вот думаю и считаю, что да, мы вот этот период, ну, два месяца мы пережили, сейчас плавный выход. Дай бог, вот останется все без там третьей волны, второй волны, и все пройдет хорошо. Но судя по аналитике и тем прогнозам мировым, которые я читаю, что нам мировые аналитики говорят о том, что это будет повторяться подобной эпидемии, не только там в разрезе коронавируса и другого. И вот что сейчас важно для государства, для правительства, для чиновников местного уровня, это понять ошибки и разработать четкий выверенный план. Допустим, по поводу масок у меня было четкое убеждение, и оно остается до сих пор, что мне это не дает возможность трогать свое лицо, да, глаза. А другие наоборот, чтобы он больше чаще. Да, ну то есть вот и мы так с семьей обсуждали, что да, там ребенок там лишний раз точно не засунет палец в рот, когда мы там на улице или где-то в таких местах. Но здесь очень четко, мне кажется, что для того, чтобы, не дай бог, если в следующий раз повторится такое, там эпидемия, карантин, пандемия, чтобы уже мы сделали работу над ошибками и в следующий раз восприняли это совершенно по-другому. И с точки зрения законодательства. Ведь на самом деле что происходило? А люди стали выражать недовольство, да, отменили рынки, часть. Рынки, да? Да, потом закрыли, открыли. Люди сами не понимали, что происходит, что, как жить. Допустим, сельскохозяйственная отрасль. Мы понимаем, что вон с фотографии с Херсонской области, когда тоннами этот урожай, который там, они выращивали и пытались сбыть, пропадал. То есть здесь очень много вот таких оплошностей. Я понимаю, что, скорее всего, ну, это была вынужденная мера, и все было спонтанно. Не знаю, было ли спонтанно,
по-моему, важливо зараз саме врахувати. Абсолютно. Сейчас необходимо очень четко и со стороны здравоохранения, и со стороны образования. Мы столкнулись, вот я столкнулась с неимоверным количеством агрессии среди родителей, которые не понимают, что делать с детьми на карантине. И это достаточно сложно, мы сами это прошли. А, до речі, зараз все більше людей виходить на роботу і постає питання проблемне, а з ким залишати? Родські сади, сади поки закриті, воспитателі за свій счет, наскільки я знаю, сидять. Можливо, з 22 травня поновиться робота, а можливо, і з 1 вересня. Куди дівати дітей в цей період? І куди дівати дітей, як взагалі з ними обращатися, і кроме того, що і при них не особо онлайн поработаєш, коли, ну, определеного возраста, там, дошколяш, ти, ну, скільки він може видержать, mm-hmm. если даже мама работает онлайн. Вот, понятно, что нужно находить общий язык, но ребенок не воспринимает маму как учителя и как воспитателя. Это абсолютно нормально. Вот, поэтому, конечно, нужно... Но это на государственном уровне. Ви думаєте, це ж відкривати, наприклад, за певних умов, за дотриманням? За дотриманням, так. Да. Я, наприклад, думаю, що потрібно відкривати. Ну, давайте будемо об'єктивно. Як ми можемо дотримувати норми в наших условиях? Ну, я не беруся аналізувати всю страну, всю Україну. Ну, давайте говорити об Одесі. Групи переповнені. Допустим, часть дитячих садів в старій частині Одеси, вони без дитячих площадок. То есть это такие закутки, ну, я не буду, как такие ограждения, в которых дети находятся, ну, вот все вместе постоянно. То здесь я, конечно, за то, чтобы открывали, но, опять же, с точки зрения допустимого и, опять же, полная информация от медиков. Получается, за счет вот этой пандемии, карантина, всплывают другие совсем проблемы экономического, государственного уровня, то о нехватке воспитателей, о нехватке детских садов. У нас очень много новостроев. При этом детские сады не строятся, там пару на поселке Котовского есть новых садов. Встает еще другая проблема, тому что, когда все были заняты коронавирусом, у нас припинялись планові оперативні втручання, планова допомога консультативна. И дуже багато уже ми бачимо ситуацій, коли ситуації запущені. І бачите, коли кожний випадок коронавіруса в брифінгу розбирають, а в цей час як себе почувають інші пацієнти, ніхто ж не переймається, окрім тих лікарів, які цим займаються. Тобто це має бути також прописано, можливо, якось по-іншому. Тобто дійсно мають бути певні умови, але не мають пацієнти... Пацієнтам ми не можемо відмовляти у плановій медичній допомозі тільки на підставі того, що епідемія. Якщо це буде повторюватись, значить по-іншому має бути логістика. Алгоритм має бути на різні сфери нашої. Звичайно, в нас же деякі жіночі консультації взагалі не працювали. Вагітні жінки не мали куди звертатися. Третя поліклініка, я знаю, була закрита на поселці Котовського. Тобто це така, є безліч проблем, але все ж таки зараз дуже важливо все-таки плавно вийти з того карантину, а не вискочити, знаєте, як то з парної бані в сніг. В колонку, так? Ну, судя по тим пробкам, які сьогодні в місті і за містом, я вже розумію, що люди вже сприйняли ось цей плавний вихід як повноцінний вихід. Пробки були ще вчора, на 9 мая, ці пробки були і за місто, і в сторону Затоки. Тобто ми розуміємо, куди люди всі їхали. Вони їхали на море. Де вони скупчувалися. Де вони скупчувалися, що вони робили. Вони не їздили вдвоєм, тобто це були сім'ї, це були повні машини. На море це найгірший да, страшный вариант. Ну, если бы у нас были еще условия для того, чтобы можно было соблюдать дистанцию, да, если на пляжах они будут находиться все близко, рядом, я не знаю, к чему это может привести. Щодо дистанції, попрошу, будь ласка, покажіть фото, виведіть на екран. Сьогоднішній день, це будинок меблів, і що бачимо? Відкриваються непродовольчі магазини, і в перший же день черга за взуттям. Да. Це сьогодні, 11 травня, Одеса. Люди вийшли за взуттям, тобто, ну, відчули різку таку необхідність зробити, ну, оновлення до весни, але... Це і сезон зими зразу в літо. І сезон вот этот вот весенний обуви не розпродали. Ми в ефірі як-то здесь були, і дзвонила жінка і говорить: мені треба обувь купити, скажіть, куди мені йти? Нагальне питання. Ну, у мене та ж проблема, я маму привезла,
і мені вона їй не підходить мій розмір. Взуття і також не було де взяти. Що це дійсно проблема. А ви знаєте, ще до проблеми, з ким лишати малечу вдома і варіанти виходу з ситуації, хочу почути від вас, Наталю, відповідь, як з юридичної точки зору, чи можна брати малечу дитину з собою на роботу, в офіс, якщо іншого варіанту немає? Ну, це залежить, опять же, від характеру роботи, від професії, да, наскільки це допустимо. Я думаю, що якщо б ви сюди привели дитину і привезли, або в коляску лежав би і плакав, ми б не змогли провести сьогоднішній ефір. Вот. Якщо це не буде каким-то образом заважати українському... Мешать, да. Если это не будет мешать, то я думаю, что работодатели также с пониманием отнесутся к ситуации, которая сложилась, в связи с тем, что ну, дети были в садике, сейчас садики закрыты, и либо будет работать работник, либо будет находиться в отпуске, да, и работа не будет делаться, нужно будет искать какого-то другого специалиста, ну и работодатель должен тоже с пониманием к этому отнестись. Вот. Но другая ситуация, будут ли работодатели таким образом относиться, либо будут увольнять, и тогда люди могут оказаться за чертой бедности, будут вынуждены искать какие-то... Я дуже мало знаю профессий, в яких можно детей взагалі брати на роботу. Я сильно в сомнении, что ребенок дольше, да, ну, долго выдержит. Конечно, робочий день – це однозначно. В лікарні не можна нікуди, в школи не працюють. Тобто дуже мало таких місць. Тут навіть справа не в тим, хто дає роботу, а в тому, як взагалі дитину, куди ти їдеш. Ну, у мене подруга брала дитину з собою на роботу. Це комунальне підприємство. Тобто, да, ребенок сидел, играл в планшет, а сидел на какой возраст? 4 года. 4 года. Да, ну, що дивляться, ну, за тим правом до людини, так? Да, що хтось дихає, дитина. Ну, це не може бути правилом. Ну, 8 часов ребенок не видержит однозначно. Ребенка надо покормить, ребенка надо сводить в туалет, ребенка надо переодеть, мені здається, занять. Що якраз дитячі садки слід відкривати спочатку для тих мам, які працюють, які не можуть працювати дистанційно, да, з цього вихід. Тобто це робити не гамузом, а спочатку отак, як були поїздки по місту, так? Ну, так, планувалося, що лише для тих, хто працює так, мабуть, треба відкривати дитячі садки для початку. На самом деле, абсолютно соглашусь с вами, и здесь необходимо, опять же, разумно, то есть мы, если примем там сразу 40 детей в группе, мы понимаем, здесь даже речь не идет там о именно коронавирусе, а речь идет о том, что дети сейчас адаптированы к другой среде, и мы получим всплеск заболеваемости. И здесь, наверное, я соглашусь, что необходимо департаменту образования, как области, так и города, продумать, допустим, те мамы, которые могут позволить себе, чтобы дети были с ними. Наверное, не первоочередные. Да, может быть, бабушки есть. Да, может быть. То есть здесь должно быть обращение, опять должна быть какая-то информационная поддержка и разъяснение, почему так. Потому что я, допустим, переживаю за здоровье своего ребенка, если я могу там оставить его с бабушкой, то понятно, что, наверное, я оставлю больше с бабушкой, чем отдам в детский сад. А есть безвыходная ситуация у родителей и у мам. И здесь необходимо учитывать это. Я думаю, это будет проблема. Почему? Потому что такой дифференцированный подход. Опять же, люди, многие не смогут доказать, что они работают. Есть неофициально трудоустроенные те же мамы, да, которые не могут подтвердить справку от работодателя о том, что они работают. И для них это будет... лишня какая-то вот нагрузка, опять же, обиды психологические. Почему так? Мова йде про соціально значимі професії. Да. Зараз мова йде про те, що ми, я так розумію, що ми з Лілією про одне говоримо, про соціально значимі професії, тобто про ті, без якого інфраструктура не працює, про тих же медиків, про тих же там людей, які в поліції працюють, чи якось, так? Да? Тобто от з цього, а не всіх підряд. Будет. Тяжело, на самом деле, это будет проследить, кто может, кто не может. И если будет такая дискриминация, люди будут пытаться... Ну, здесь мы больше говорим о сознательности нашего населения. Нужно разговаривать. Если вот там мы сегодня поговорим об этом, потом департамент здравоохранения совместно с департаментом образования дадут пресс-конференцию и, собственно, сделают ее более просмотрибельной. Люди по-иному относятся к этим всем моментам. Почему? Потому что я сталкиваюсь постоянно с людьми, и люди скажут, почему ей можно, да, а мне нельзя. Почему вот у меня соседка ребенка отвела,
а у меня нет справки о том, что я работаю, почему я не могу это сделать? Дело не в справке. Я работаю... Дело в том, что вот, да, мы говорим о том, что если, допустим, руководитель детского сада проведет собрание с родителями и объяснит ситуацию. На самом деле мы же все понимаем, и, собственно, начало карантина показало, насколько мы сознательные. Да, были там какие-то всплески, но в большей степени первые две недели вообще выглядываешь в окно, тишина и спокойствие. Там 2-3 машины проедет я по думаю, улице. Я думаю, это был страх, это была психологическая... Возможно, но здесь не в районе. Подождите, но здесь были тоже нужно говорить, что это страх за здоровье и безопасность наших детей. Ну тогда в этом случае, если даже откроют для всех... Поведут туда не все, а те, кто не будут болеть. Ну, возможно, так. Но в любом случае об этом надо говорить. Если вы считаете, что у вас прям безвыходная ситуация, то приходите, есть дежурная группа. Но об этом нужно конструктивно говорить. Без запретов, без там вот ты хороший, ты плохой. Абсолютно четко разговаривать с родителями и принимать обоюдное. Я понимаю, что это сложно. Я сама хожу на родительские собрания и понимаю, что это сложно. Но тем не менее, нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы вести разъяснительную работу. Именно просить. Менталитет наших людей таков, что если есть запрет, сразу идут и спрашивают, а как можно это обойти, а почему так? Очень категорично. Люди разные. Будем надеяться на сознательность, и мы понимаем, что сады необходимо открывать. Каким образом это будет? Мы пока точно так же не понимаем. Потому что необходимо, это однозначно. Вакуум есть. И мне хотелось бы, чтобы хотя бы за неделю там мы узнали, что там такого-то числа предвидится такое мероприятие, потому что нужно разговаривать с людьми, нужно понимать, что делать. И что делать, опять же, в случае, если пойдет вспышка на увеличение. Давайте подивимося щодо усвідомленості думку глядачів. Отже, чи будете ви від сьогодні, від 11 травня, дотримуватися правил карантину? 67% буду продовжувати берегтися, решта 33%. Багато дуже так говорять про те, що маска вже остогидла. Я дякую вам за важливу розмову, за те, що зібралися у цей святковий, можна сказати, день за одним столом. В студію провела я, Світлана Пензова. За кілька хвилин на вас очікує підсумковий випуск новин. Тож залишайтеся з нами на 7-му телеканалі.